Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции «Лесной городок» отправится через 5 минут. С 11-го пути пригородный электропоезд до станции «Лесной городок» отправится через 5 минут. С 11-го пути поезд проследует со всеми остановками. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции «Новопеределкино» отправится в 11 часов 11 минут. С 6-го пути пригородный электропоезд до станции «Новопеределкино» отправится в 11 часов 11 минут. С 6-го пути поезд проследует со всеми остановками, кроме Поклонная, Матвеевская. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, при отправлении и прибытии электропоездов с 11-го пути посадка и высадка пассажиров осуществляется со стороны 10-го пути. Уважаемые пассажиры, 2021 год объявлен в Российской Федерации годом науки и технологий. Мы по праву гордимся достижениями российских ученых. Следите за событиями года науки, которые пройдут по всей стране на сайте годнауки.рф. Уважаемые встречающие, скоростной поезд номер 738 сообщением Брянск-Орловский, Москва, прибудет в 11 часов 10 минут на 9-й путь. Нумерация вагонов с хвоста поезда. Скоростной поезд номер 738 сообщением Брянск-Орловский, Москва, прибудет в 11 часов 10 минут на 9-й путь. Нумерация вагонов с хвоста поезда. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Новопеределкино отправится через 5 минут. С 6-го пути пригородный электропоезд до станции Новопеределкино отправится через 5 минут. С 6-го пути поезд проследует со всеми остановками, кроме Поклонная, Матвеевская. Спасибо за внимание. Уважаемые встречающие, скоростной поезд номер 738 сообщением Брянск-Орловский, Москва, прибыл на 9-й путь. Нумерация вагонов с хвоста поезда. Скоростной поезд номер 738 сообщением Брянск-Орловский, Москва, прибыл на 9-й путь. Нумерация вагонов с хвоста поезда. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции «Лесной городок» отправится в 11 часов 38 минут. С 12-го пути пригородный электропоезд до станции «Лесной городок» отправится в 11 часов 38 минут. С 12-го пути поезд проследует со всеми остановками. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, в Москве ведем обязательный масочный режим. В местах общего пользования необходимо использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа как на физических, так и на юридических лиц. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, в соответствии с требованиями федерального законодательства на железнодорожном вокзале проводятся досмотровые мероприятия. В целях обеспечения вашей безопасности и соблюдения правопорядка на вокзале ведется видеонаблюдение. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции «Лесной городок» отправится в 11 часов 38 минут. С 12-го пути пригородный электропоезд до станции «Лесной городок» отправится в 11 часов 38 минут. С 12-го пути поезд проследует со всеми остановками. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции «Солнечная» отправится в 11 часов 47 минут. С 10-го пути пригородный электропоезд до станции «Солнечная» отправится в 11 часов 47 минут. С 10-го пути поезд проследует со всеми остановками. Спасибо за внимание.